Свыше 100 выпускников Йешкар-Олы в этом году закончили школу с медалью. И пусть медаль уже несколько лет не золотая или серебряная, а общая за особые успехи в учении, все равно это знак отличия, который до сих пор в тренде. Как напомнили нам в управлении образования, все медалисты успешно сдали экзамены и имеют пятерки в аттестате по всем предметам. Каждый из тех, кто находится в зале, упорно работал, чтобы получить эту награду. И большое спасибо надо сказать не только ученикам, которые это заслужили, но и их родителям, которые поддерживали их на протяжении всего пути. И я уверена, в этом есть очень большая заслуга каждого родителя, ну и учителей, разумеется. Добавлю, всего в этом году школы города закончили свыше 1000 выпускников. Возглавил своеобразный рейтинг медалистов Бауманский лицей. Награду получили 23 школьника. На втором месте 11 лицей. Медаль получили 11 выпускников 11 класса из 70. Окончание школы – первый в жизни значимый рубеж, к которому вы подошли с отличными результатами и заслуженной наградой – медалью за особые успехи в учении. По всей республике в рамках торжественных мероприятий чествуют всего 282 медалиста, и из них 107 – это выпускники образовательных организаций города Йешкар-Олы. Критерии получения школьной медали несколько раз менялись. Сегодня для достижения цели достаточно отучиться на пятерке последние два года, то есть 10 и 11 классы. По словам специалистов, именно в старшей школе наступает особая и осознанная мотивация к учению.